Рад приветствовать вас на канале Ник-Ник готовит. И сегодня с вами повторим блюдо казан-кебаб. Повторять мы прямо один в один не будем. Казан-кебаб, как и шашлыки, у них очень много разных рецептов, маринадов. И мы сейчас сделаем опять казан-кебаб, но совсем немножко по-другому. Для этого нам понадобится мясо, вот такие вот кусочки красивые. Петрушка с кинзой, укроп, лук, острый перец, подсолнечное масло, картофель, аджика, сухая смесь пряностей и специй. Шикарная вещь. Перцы болгарские сухие. Не помню, сказал картошка. И тимьян, розмарин. И самое основное у нас будет гранатовый сок. Приступим. Сначала разожгем мангал. Ставим на огонь наш казан. Огонь должен быть максимально разведен. Наливаем масло. Масло нам нужно будет грамм 500-600. Итак, масло наше раскалилось. Сейчас проверим его. О, отлично. Будем укладывать сюда картошку. Картошку мы обжариваем, не готовим, чтобы получилась у нас золотистая корочка. Это еще не приготовление блюда, это еще подготовка к блюду. Огонь в этот момент должен быть просто на максимуме. Жарили мы вот так картошечку, у нас такая вот красивая, и убираем ее отсюда. И дальше высыпаем опять. Картошечку подготовили. Такая у нас она красивая получилась. Наше мясо вот такое красивое. Также убираем. И с последующими кусочками мы поступаем так же.
укроп. Вот. Кинза с петрушкой. Веточка тимьяна и розмарина сюда. Острый перец чили. Также смесь болгарских перцев. Жарим немножко. Итак, лук с зеленью немножко поджарили. Убираем ее отсюда. Берем аджику нашу. Покупаем. Также розмарин и тимьян сюда мы укладываем. Можно даже покрошить. Также перцы еще посыпаем. Лука. Укропа. Кинзочки. И обязательно нам нужно вот зерна мы чуть протрем. Огонь делаем на самый малый. Остались. И теперь выливаем наш сок. Напомню, сок ароматовый. Нам надо залить, чтобы немножко мяса торчало. Теперь начинаем укладывать нашу картошку сверху. Вот для чего мы вытаскивали лук. И оставляем тушить на медленном-медленном огне. Где-то в районе часа. Казан-кебаб наш приготовили. Будем выкладывать его на тарелку. Тушечка у нас уже... Уже немножко, мне кажется, передержали. Такое шикарное мясо у нас аж разваливается. Отвалилась. Приправим немножко зеленушечкой.
Вот такая красота у нас получилась. Мясо прямо разваливается, картошка, запах стоит просто необыкновенный. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, с уважением, Ник-Ник готовит.